Признание спустя годы. Дагестанские ополченцы получат статус ветеранов после обращения к президенту. Дагестан в пятерке лучших. Республика в числе регионов с самым низким оборотом наркотиков. Такие данные были озвучены на Всероссийском антинаркотическом форуме, прошедшем на неделе. 17 вместо 23. Антимонопольная служба предписала перевозчикам столицы отменить повышение цен на проезд. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Около 20 тысяч дагестанцев могут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики. По словам первого заместителя председателя правительства республики Анатолия Карибова, работа для этого уже активно ведется на республиканском уровне. После установления правового статуса ополченцев на федеральном уровне в Дагестане будет организована работа по предоставлению мер социальной поддержки. Напомним, 20 июня в ходе прямой линии с главой государства жители села Ботлих обратились к президенту с просьбой присвоить статус ветеранов ополченцам, давшим отпор боевикам в 1999 году. Получить от государства первый взнос на ипотеку. Фантастика или реальность? Дагестанские отделения МФЦ активно принимают заявки на получение субсидий для приобретения жилья. Кто может рассчитывать на материальную помощь от республики? Расскажет Зумруд Гамидова. Речь идет о помощи инвалидам первой группы или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей в качестве субсидий, подписало правительство республики. Объем собственных средств заявителя должен составлять не менее 750 тысяч рублей. Данная сумма может быть внесена за счет ипотечного кредита либо из средств материнского капитала. А остальная сумма для покупки жилья компенсируется из республиканского бюджета. Самое главное, я хочу сказать, что руководство республики приняло решение о том, что нужно вот каким-то образом решить этот вопрос за счет тех налогов, которые удалось в этом году собрать. И 300 миллионов из них направили на улучшение жилья инвалидам первой группы и семьям, которые имеют детей инвалидов. Те, кто стоят в очереди, они имеют возможность, независимо от того, в каком году они встали, могут обращаться, будем их сопровождать, помогать. Вахит Алахьяров – инвалид первой группы. О собственном жилье мужчина мечтает уже 16 лет. Воплотить мечту в жизнь ему теперь поможет новая программа. Говорили, что внесут изменения в программу. Это, конечно, уже позитивно. Да. Это очень. И мы не стали сейчас тоже оформлять это, ничего, документы не сдали, просто получили консультацию. Если так заработает программа, это было бы очень хорошо. Около 250 семей инвалидов получат возможность приобрести жилье по льготным условиям. Для оформления ипотеки необходимо собрать все документы. Подать заявление в МФЦ можно будет до 1 августа. Зумруд Гамидова, Месиду Магомедова, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. 4 триллиона рублей – это экономические потери России от наркомании за год. Проблема действительно важная, и с ней надо бороться. На неделе в Дагестане прошел Всероссийский антинаркотический форум «Трезвая Россия». Около 300 человек из 68 регионов страны приняли участие в этом масштабном мероприятии. Все подробности у Патимат Ханаповой. Дагестан в пятерке. В пятерке регионов с низким оборотом наркотиков. Это на 3 места выше, чем в прошлом году. Специалисты федерального проекта «Трезвая Россия», кем и был составлен рейтинг, отмечают, что в республике видна положительная динамика. И все не без помощи контролирующих общественных организаций. Однако, по словам экспертов, это не повод расслабляться. Действительно, многое сделано, многое меняется. Но я скажу лишь, что меняется количество впервые выявленных случаев, оно снижается. Общее количество зарегистрированных с расстройствами, ассоциированными с потреблением наркотиков, также сегодня уже меньше, чем несколько лет назад. Но еще раз повторюсь, что это, конечно, не должно нами расцениваться как основание для самоуспокоения. И кроме того, что Владимир Валерьевич уже сказал, действительно, этот форум должен стать способом научиться получить какие-то новые компетенции, как правильно работать.
Получить новые компетенции, найти свежие подходы, совершенствовать антинаркотическую деятельность под особенности каждого региона России – это основные задачи трехдневного форума, которые предстоит решить в ходе диалога власти и общества. Безусловно, факт, мы не просто, у нас будет особенный подход к Республике Дагестан, у нас будет особенный подход по тиражированию практики Республики Дагестан. Мы покажем с точки зрения семейных ценностей, с точки зрения уважения и отношения, более бережного внимания к собственному здоровью, как это надо делать в том числе и в других регионах. Это принципиально для нас важно, конечно. Партнеры и коллеги, которые сегодня здесь собрались в Дагестане для того, чтобы сказать, нет безопасных наркотиков, и наркотики опасны. И основная функция государства – защитить здоровье наших детей. Отметим, что организаторами форума выступили федеральный проект «Трезвая Россия», Росмолодежи, Министерство по делам молодежи Дагестана. Приурочен он к Международному дню борьбы с наркоманией, который пройдет 26 июня. Патимат Ханапова, Хадижа Кадиева, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Кумтаркалинский район. Тем временем наркодилеры не дремлют и развивают свой черный промысел. В Дагестан из Нидерландов отправляли крупные партии амфетамина и экстази. Товар присылали по почте, используя легальные каналы связи. Получатель намеревался сбыть его в столице региона. Общая стоимость всей массы запрещенной посылки на черном рынке – более 6 миллионов рублей. Также сотрудники МВД, проводя обыск по месту жительства предполагаемого наркоторговца, обнаружили и изъяли около 100 граммов гашиша. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Казалось бы, все застроено, но, как ни странно, остались дороги. В поселке Турали проезжую часть продают под застройку. Местные жители бьют тревогу, жить становится попросту невыносимо. Люди сталкиваются с массой проблем. Бесконечные перебои с водой и электроснабжением, отсутствие организованной инфраструктуры и повсеместная хаотичная застройка. Побывала на месте наша съемочная бригада. Карина Баталова в продолжение темы. С каждым годом эта широкая дорога на улице Пальмовая становится все уже, а в каких-то частях и вовсе обрывается. О гармоничном и структурированном расположении домов не идет и речи. Подобный строительный хаос приносит массу неудобств жителям, которые покупали здесь участки еще в 90-х и надеялись увидеть асфальтированную улицу шириной в 19 метров. В итоге ни того, ни другого. Прибавились проблемы с канализацией и электрическими столбами. А мы спрашиваем, по какой причине вы нам это не поставили? Мы же обратились, столько просим, столько времени. Нам объяснили, ваша эта дорога продана. Нам сейчас администратор говорит, мы вам как поставим столбы, если ваша дорога продана. С каждым разом сужается за счет того, что люди начинают постройки делать. И понять не можем, откуда у них документы, на основании чего они эти дома строят. Какие-то садоводческие бумаги есть у них, но их тоже надо проверить. Уже сколько раз мы обращались, вот как раз на задник моего участка приходили люди. Я им объяснял, что здесь как бы нельзя строить, здесь как бы не предназначено для стройки. Но подобные проблемы пугают не всех. Хозяин этого дома говорить на камеру отказался. И все же в личной беседе признался, когда покупал участок, знал о том, что это часть дороги. Ничего противозаконного и неправильного в своих действиях он не видит. На руках есть зеленка, а значит, все жалобы соседей несущественны. На вопрос, у кого была куплена земля, отвечает, что не знает. Помогла риэлторская компания. Когда спрашивают, кто выписал книжку, непонятно. Вот здесь перестройки, понятно, председатели... Кто выписал книжку? Председатель за каждую выписанную книжку отвечает. А здесь непонятно, кто выписал садоводческие книжки. По поддельным садоводческим книжкам администрация их пропускает. И вот распродали дороги, распродали места под детские садики, школы. Все нити в этой паутине так или иначе ведут в одну сторону. По словам туралинцев, все хозяева участков на дороге в качестве продавца указывают некую уму. Кем продано? Мы спрашиваем, это вот она, сосед, хозяин, сам стоит, вот Рамазан. Он говорит, Ума. Кто такой Ума? Бывший вот квартальный этого участка. Я говорю, может, вам не улица продана, а с той стороны нет, как там именно колочки поставили, нам Ума продала это участки. Еще 10 лет, и окна дома Сефибека Балабекова будут смотреть в глухую стену, а не на обещанную широкую улицу с тротуарами и деревьями. Как можно строиться на участке, под которым проходит газовая труба, мужчина не понимает. Но его новых соседей, похоже, этот факт не сильно волнует. По документам, которые мы брали, тоже указано, что с этой стороны будет дорога. Нам вообще сказали, что у нас остается здесь метр. Это вообще, это получится вообще никуда. Это что, куда, а как нам домой входить?
Поэтому не знаем, что делать. Недо улица Пальмовая по плану должна была выходить к центральной асфальтированной улице Энергетиков. Здесь тоже проблем не меньше. Место ширины в 25 метров и ряда зеленых насаждений реальные 12 метров. И так привычные здания под коммерцию. Почему дорога беспорядочно распродается, мы решили узнать в администрации города. Но ответа так и не дождались. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал НТ, Махачкала. 23 рубля за проезд в маршрутном такси в Махачкале признали незаконным. Антимонопольная служба предписала пассажирским перевозчикам столицы отменить повышение цен на проезд. Требования вынесены 6 транспортным компаниям. Это Третий парк, Астория, Трансфлот, СТС, Новостройтранс и Пилот. Компании, по мнению УФАС, нарушили закон о защите конкуренции, единовременно повысив тариф на проезд на одну и ту же величину – с 17 до 23 рублей. Перевозчики обязаны в течение 5 рабочих дней снизить стоимость. В случае неисполнения предписания будут вынесены штрафные санкции. На неделе дагестанцы отметили день рождения имама Шамиля. К 222-летию великого дагестанца в Махачкале открылась реконструированная стела, знаменующая начало проспекта, названного в честь имама. В числе присутствующих был и мэр столицы Салман Дадаев. Обо всем по порядку Хадижа Курбанова. Заменили ненадежный кафель на дагестанский камень. Полностью снесли рекламную вывеску над постаментом и привели в порядок прилегающую территорию. Все эти работы были проделаны ко дню рождения великого полководца. И это очень важно, считают собравшиеся. Ведь монумент служит лицом дагестанского народа. Почтить память кавказского лидера и оценить постамент в обновленном виде пришли чиновники, общественники и религиозные деятели. Нашим детям и всему нашему обществу нужна эта история, чтобы мы знали, какой личностью был великий имам Шамиль, чтобы мы равнялись, чтобы брали пример с этого человека, чтобы наши дети знали, когда они будут расти, с кого нужно брать пример, на кого нужно стараться быть похожим в плане мужества, храбрости и вместе с этим в плане уважения к старшим людям, к окружающим людям, в плане стойкости и соблюдения религии. Но, несмотря на облагороженный вид монумента, некоторые общественники посчитали не совсем верным выбранное для него место. И образ исторической фигуры, по их словам, должен быть воздвигнут в полный рост. Дескать, монумента великому полководцу недостаточно. Но поддержку у главы города они не нашли, ведь установление памятника в полный рост противоречит нормам ислама. Именно установку памятника, за это большая ответственность с точки зрения ислама, за изваяние не только даже человека, тем более такого человека, как имам Шамиль. Я думаю, если мы в имама Шамиля время жили, вы предложили ему поставить памятник, меньше, что нас ждало, отсечение головы. Я вас прошу именно, давайте мы не будем поднимать установку памятников, бюстов и любое все, что отбрасывает тень, тем более имаму Шамилю. Как заметили многие, обновленный монумент также не соответствует состоянию улицы, на которой расположен. Проезжая часть проспекта оставляет желать лучшего, поэтому первым делом мэр города заявил, что реконструкция на этом не заканчивается. Далее будет проведена замена асфальта на дороге и устранение ям, но все это требует времени. То мы отремонтируем все каналы, по которым проходят коммуникации, в первую очередь. Потом уже поменяем дорожное покрытие. А также сделаем и освещение, разделительные газоны, прилегающие там дублеры. То есть полностью, не просто поменять асфальт, это ничего нам не даст, к сожалению. И сделать сегодня хорошо памятник и просто поменять асфальт, который через полгода пойдет такими же волнами, будет чуть неправильно. И поэтому чуть сабр, уважаемые махачкалинцы и дагестанцы. Для таких работ потребуется год, заверил глава города. И, возможно, к следующему дню рождения предварителя горцев не только монумент, но и вся улица с одноименным названием будет радовать глаз махачкалинцев. Хадижа Курбанова, Салман Гитехмаев, телеканал НТ. Махачкала. В Махачкале прошла международная научная конференция «Османовские чтения». В ее работе принял участие полномочный посол Ирана в России Мехди Санаи. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов отметил, что иранский посланник ведет большую работу во благо дагестанского вуза. По его словам, он внес существенный вклад в дело признания дипломов ДГУ в Исламской Республике Иран. Участвовал в становлении центров персидской филологии и иронистики в дагестанском вузе. Мехди Санаи сыграл также ключевую роль в налаживании связи ДГУ с научными и культурными центрами Ирана.
Решением ученого совета нашего вуза послу Ирана присвоено звание почетного профессора ДГУ. Для меня сегодня огромная честь и удача получить звание почетного профессора ДГУ. Это событие для меня важно, так как я не являюсь карьерным дипломатом, я научный сотрудник. Дагестанская земля имеет давнюю культурную и историческую связь с нашей страной. Надеюсь, я буду достойным представителем этого университета. Также в этот день посол Ирана в России Мехди Санаи и министр образования республики Мумпазиль Омарова открыли во дворе филологического факультета ДГУ памятник классику персидской поэзии Хафизу. Деньги от покупки билетов на помощь детям, все вырученные средства от вечера нашидов, прошедшего неделю назад, дошли до адресатов. Накануне в благотворительном фонде «Инсан» матери больных детей получили деньги, так необходимые для лечения сложных заболеваний. Такое время, когда очень жарко, он и так очень много нужно будет перевязочного материала, а в такую жару он вообще необходим. Это очень большая помощь для нас. Спасибо. И Инсану, и вам спасибо, что вы никогда нас не забываете, что вы оказываете помощь. Всем спасибо, кто смог прийти. Это не последний проект. Мы уже в сентябре планируем еще более масштабный, еще более крупный. И очень хотелось бы поблагодарить всех тех, кто принял участие как в организационной части, так и всех, кто приобретал билеты, пришел, посетил это мероприятие. Надеюсь, все остались довольны. В Дагестане в самом разгаре сбор урожая – сладкого солнечного фрукта абрикоса. Он в республике растет буквально повсюду – во дворах, вдоль дорог и даже на горных вершинах. Один из лидеров поставки сочных плодов – Унцукульский район. Там около 500 гектаров абрикосовых садов, и в благоприятные годы они дают до 8000 тонн урожая. Подробнее о процессе сбора и дальнейшей реализации сочной продукции в сюжете наших коллег. Унцукульский район в этом году счастливчик. Грады непогоды обошли стороной эту плодородную землю. А это значит, что абрикосовые сады принесут хороший урожай. Несколько недель назад первые плоды созрели в селе Гимры. Позже эстафету приняли Ирканай, Аракани, Ашильта, Балахани. В селе Майданское абрикосовым садом владеет Расул Муртазалиев. Уже больше 20 лет бывший инженер занимается сельским хозяйством и признается, что очень любит свое дело. Помимо этого сада, у меня еще другой сад на горном склоне. Я там землю взял в аренду около 1 гектара. Там вырастил сад. С помощью этой техники и сам сконструировал насосную станцию, подаю туда воду. Вот так и занимаюсь. В садах Расула растет 4 сорта абрикосов. Краснощекий, Шалах, Ханабах и именуемый местными жителями Дедовский. Предпочтение отдается сорту Шалах. Плоды более крупные, товарный вид лучше и реализуются быстрее. Кстати, о реализации. Более 60% урожая абрикосов отсюда вывозится в центральные регионы нашей страны. За солнечным фруктом приехал и предприниматель Алиасхаб Магомед Султанов. Вот абрикосы дагестанские. Каждый год сюда езжу. Закупаю, еду в Россию, в Центральную Россию, наши города, Ростов, Москва, Питер, Воронеж. Очень сладкий абрикос, экологически чистый. Тем не менее, проблема реализации абрикосов все еще волнует фермеров. По словам главы района, лишь недавно в столице республики наконец появилось место для продажи фрукта. Проблемы у нас, конечно, еще и с переработкой абрикосов. Раньше, хотя у нас в районе были действующие 3 консервных завода, которые перерабатывали это, на сегодняшний день все они находятся или в консервации, или полностью умерли. Хотелось бы обратить, чтобы на это обратили внимание Абдусин Мухидинович и глава республики, чтобы в этом направлении нам помогли. В этом году у консервных заводов Дагестана в планах переработать 350 тонн абрикосов. В масштабах республики это небольшие цифры. Но пока на рынках российских городов наши абрикосы пользуются спросом, фермеры могут смело расширять свои сады. Урожайность наших сельхозпроизводителей и граждан, ведущих личное и подсобное хозяйство, радует. Радует также цена, которая сложилась на сегодняшний день. Оптовая цена от 40 до 70 рублей. Мы в этом году ожидаем собрать в данном районе около 8-10 тысяч тонн. Это почти около 40% на сегодняшний день урожая собран. До конца сезона осталось совсем немного. Ближе к июлю здесь соберут последние плоды. А это значит, что нельзя терять время и нужно поскорее закупаться этим сочным сладким фруктом. Карина Баталова, Патимат Кадеева, телеканал ННТ, Унцукульский район.
И в завершение о спорте. Наш земляк, борец Даурен Куруглиев, завоевал золотую медаль Европейских игр, проходивших в эти дни в Минске. Накануне в финале весовой категории до 86 килограммов он с минимальным преимуществом взял верх над земляком, ныне представляющим Беларусь, Али Шабановым. Ожидаемый дагестанский финал в полутяжелом весе на Евроиграх, увы, так и не состоялся. Нурмагомед Гаджиев получил травму и не смог выйти на ковер. Поэтому победа была присуждена Абдулрашиду Садулаеву, для которого золото Евроигр стало вторым в карьере. Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!